Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий стройный вид, Невы державное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный. Здесь, в летнем саду, написаны гениальные пушкинские строки. И вот 185-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В исконных пушкинских местах, в Святогорском монастыре и селе Михайловском, звучат строки, которые для каждого дороги и любимы. Поместье мирного незримый покровитель, тебя молю, мой добрый домовой, храни селенье, лес и дикий садик мой, и скромную семьи моей обитель. Люби зеленый скат холмов, луга, измятые моей бродящей ленью, прохладу лип и кленов шумный кров, они знакомы вдохновенью. Я твой, я променял порочный двор Цирцей, роскошные пиры, забавы, заблуждения, на мирный шум дубров, на тишину полей, на праздность вольную подругу размышления. Любовь, отчаяние, душевное смятенье и опять вдохновение — вот что такое имение Гончаровых «Полотнянный завод» в судьбе Пушкина. Сюда приехала после гибели поэта Наталья Николаевна Гончарова и прожила здесь долгих 7 лет. А для нас остались бессмертные строки высокой поэзии. И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и просыпается поэзия во мне, душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут, и пальцы просятся к перу, перо к бумаге, минута, и стихи свободно потекут.